Всем привет, ребят! Сегодня будет обзорчик еды, и сегодня на обзоре у нас будут такие вот чипсики. Rice Chips Sweet Chili Flavor. Это у нас чипсы, типа рисовые чипсы со вкусом сладкого чили. Купил их в магазине coreshop.ru, ссылочка на них будет в описании, там проедете посмотреть цену. Цену я сейчас вам не скажу, но стоят они где-то там рублей 140-150. Здесь у нас 100 грамм. Видел я такие чипсы в Ашане, но цен, к сожалению, как бы они там все были раскрошены и не нашел у них ценника, поэтому как-то не стал я брать. Но, в принципе, я думаю, не сильно я переплатил там и переплатил ли я вообще. Посмотрите, кто хочет там составчик всякие. Рис 80% состава, но остальное как бы не важно. Написано все натуральное, всякий глютен-фри, ну и так далее. Давайте попробуем, откроем что ли. Так, открываем. Ладно, как-нибудь открыли. Окей, что мы тут видим? У нас здесь 1, 2, 3, 4 лотка вот по вот столько вот чипсиков. Пахнут они чем-то острым, ну с каким-то острым перчиком, не знаю. И выглядят они примерно вот так. То есть у меня были крекеры с паприкой на обзоре. Это примерно то же самое, только со вкусом чили. Ну, по виду специй довольно много. Так что должны быть какие-то такие ядреные. В общем, ладно, такие вот крекеры. Давайте попробуем. Блин, ребят, на самом деле очень вкусные чипсы. Сейчас хочу сказать, что он по вкусу. По вкусу, вот посмотрите, берете чипсы в рот, как бы жуете и чувствуете, как реально как бы вкус чили, перца, такого вот острого-острого. Но, как бы это не обычный вкус перца, это вкус чего-то еще сладкого идет. Как бы, конечно, не знаю, может, меня, как знаете, такой вкусовой обман, но мне реально как бы необычный вкус перца острого, как вот, знаете, острый чипс там. Это необычный этот острый вкус. Есть какая-то такая сладенькая изюминка, я не знаю, ну и они как бы, ну такие острые, конечно, но в меру острые, то есть острота проходит и все в принципе нормально. Мне понравилось, что тут в составе, что вот мне интересно, может быть томатка же дает такой вот привкус сладенький. Не знаю, паприка здесь еще есть. Ну короче, ладно, не знаю, соевый соус, ну короче, что здесь дает все-таки это? Сахаринку немножко, ну и в принципе довольно вкусные чипсы, мне понравились. Ну а ссылку на них я брошу в описании, купил их, напомню, в магазине coreshop.ru. Можете там заказать с доставкой в Россию, страны СНГ, так что в принципе ссылочка будет в описании. Ну а на этом все, всем удачи, всем пока!